Здравствуйте, это канал Максимадзе, и это рубрика «Моды на игру. Как достать соседа», которую присылают подписчики или просто гости канала. Это уже 67-й или фиг знает какой там выпуск уже. И, короче, во время этого выпуска я буду говорить о некоторых новостях, так что слушайте внимательно. Поехали. Первый мод, на который мы с вами посмотрим, называется «Как достать соседа фреш». Вообще, был один человек, который мне целых 5 модов скинул в одном архиве. Он просил, чтобы я сказал, кто и прислал его видео, но я забыл, кто это был. Я забыл. Забыл, просто взял, забыл. Не могу его в ВК найти, у меня там столько сообщений, фиг найдешь. Так что, прошу написать в комментариях, кто сделал, кто мне это скинул, я закреплю комментарий. Так, короче, ну, выглядит довольно-таки неплохо. Во-первых, почему музыка выключена? Короче, Ротвейлер купил себе новый домик. Сосед ходит, смотрит в окно, чтобы оглядеться в округе. У Вуди уже есть идея, как начать это прекрасное шоу, сказал Вуди и пошел к соседу. Поехали. Поехали, я сказал. Так, из микса взят этот звук. О-о-о, картина из Hello Neighbor, которую можно было увидеть в... Альфе 1. Также можно было ее найти в недоступном подвале Альфе 2. Три пакости и три предмета для пакости. Вроде все сходится. Твою мать! Выглядит круто, но кроме вот этого телефона, который за рамкой двери стоит. Но так выглядит реально. Во, вот это реально классно было. Так, реально прям все круто. Зачем соседу фотография Вуди, я не знаю. Вот. Ну, разве что дротики, чтобы в него кидать. Есть где спрятаться? Не видать. Посмотрим, что можно в подвале сделать, пока он ходит наверх. Почему в запертую дверь-то? Ах, как печально. Давайте еще раз. Предлагаю прямо сразу на стиральную машину применить эту штуку. И поехали. Побежали. Да я не успею спрятаться в шкаф. Ну вы чё? Ну я же говорю, не успею. Как это пройти? Я что-то не понимаю. Попробуем еще раз, только теперь жмем прямо на все кнопки быстро. Кстати, анимация из консольной версии взята. А теперь бежим. Есть, есть. Какой коробок? На пол. А, я же могу в другую комнату пойти. Там спрятаться.
Ну окей. Короче, во-первых, что по новостям? С 8 по 20 ноября у меня будет в колледже двухнедельная сессия. Не знаю, как получится с роликами. Надеюсь, что ролики будут выходить. Но, понятное дело, реже. Но я постараюсь, чтобы хоть как-то было. Постараюсь. Второе. Это касается модов. Среди модов ссылки на скачивание есть очень много, большая часть тех, которые загружены на мой Яндекс.Диск, на мой аккаунт, и все они по-прежнему доступны для скачивания. Но есть те моды, на которые я скидывал ссылки с Яндекс.Диска владельцев этих модов, и почти все из них недоступны для скачивания. Владельцы зачем-то просто берут и удаляют их, я не знаю почему. Почти все из них уже удалены. И это очень печально. И поэтому теперь, отныне, я буду выкладывать моды всегда только на своем аккаунте Яндекс.Диска, чтобы они не пропадали. Мне пришлось искать два мода. А сейчас он еще два мода просит найти. Первый я не смог найти, он у меня не сохранился. Второй нашел, скинул ему. Также я восстановил один из новогодних модов. Этот выпуск вышел 30 декабря прошлого года. Кстати, очень прикольный новогодний мод, мне прям понравился. Выпуск называется «Праздник от Купан Плей». Ну и в общем так. С кофе. Что ж, Ротвейлер продолжает жить в моем доме. Ротвейлер попивает кофе, заедая пирогом. Будет уже на готове. На готове. Не забывайте, что вы можете быть в ситуации безысходности. Да? Третья новость. А где тут спрятаться? Нигде, что ли, нельзя? А, вот, можно взять мыло. Короче, среди зрителей, ну и подписчиков, я так понимаю, вчера, ну, для вас, позавчера, обалдеть, куда я зашел? Ого, ничего себе. Короче, один из подписчиков, я так понимаю, Луиз Левин, который был на последнем стриме, кстати, в чате, был заблокирован на бессрочный срок за два нарушения. Это первое, это за написание чепухи в комментариях и тарабарщина в комментариях. Ну, то есть, всякие глупые шутки, к примеру. Максимадзе, как... Максимадзе, он написал наоборот и сказал, назови свой канал. Потом как-то сказал, Может, ты будешь снимать видео по выходным. Но это еще ладно, это ерунда. Тут просто можно сказать, что не могу. Блин. Ну, мыло можно положить. Короче, что он там еще написал? Во-первых, он ответ там писать не умеет. А отвечает новым комментариям. Ну и... Короче, тупых и не смешных шуток он понаписал. Одно из них это комментарий «Ты говно». По правилам, которые можно найти в группе ВКонтакте, за оскорбление владельца канала сразу пожизненная блокировка дается. За вставку чепухи и тарабарщины в комментариях дается бана на один месяц. Но поскольку он оскорбил меня, значит...
по справедливости наказывать, ну, придется. Четыре пакости, я сделал только две. Какие еще есть? Ну вот так, ну вот здесь, короче, неудобно. А, шкафчик. А ничего взять нельзя на кухне? А, ё-моё. Не посмотреть, а взять из шкафчика. Что-то. Ладно, хорошо. Поэтому, ребят, пожалуйста, соблюдайте правила, соблюдайте вежливость и так далее. Чтобы такое не повторилось с вами. Ой-ой, бежим отсюда. Как я успел? А, вот, тут где-то глаза. А, понятно. Портрет, блин. Вот куда надо это самое нарисовать. Ну тут фиг что увидишь, блин. Очень странно нарисовал его, ну ладно. О, кстати, смотрите, не угол. Не прямые углы, смотрите, вот это вот. Это прям красиво сделано. Вот здесь, правда, чуть-чуть выступает. Но тем не менее, все равно красиво. За нарушение блокировать я буду кого угодно. И неважно, преданный под супер-пупер преданный подписчик или нет. Может быть, из-за это будет какое-то смягчение, но все равно. Надо. Хотя вот Леха у нас так не делает. Вот он. Вот мы когда стрим проводили, там один чувак хамил мне, я говорю, может, ты его забанишь уже наконец, да, достал. Он говорит, да не, он мой подписчик, не буду я его банить. Мне кажется, это неправильно. Маленький залет. Сосед пытается не вспомнить, что в доме Вуди как раз наоборот живет. Дальше, тем тише, тем лучше считается свет. Как раз у Вуди есть пару пакостей на серию. У Вуди есть план, как выгнать чертового ротвейлера, но еще очень рано. Возможно, вы заметили, что можно ходить в одну комнату двумя дверями. Че, серьезно, что ли? Леха, кстати, посмотрел список правил на моем канале и говорит, что слишком сурово. Наверное, надо все-таки немного смягчить некоторые вещи. Я думаю. Так, пакость. Предметы для пакости. А, ну это чтобы звонить в туалет, понятно. Это тот же самый уровень, второй, который. Я изменений не вижу. Микроволновка, вот что не было видно, но это странно, конечно. А это как будет выглядеть? Да, вот это вот уже как-то не очень красиво выглядит. Плинтус на телевизор торчит. Тоже как-то не очень. Луиза Леви, вот этот. Какие там шутки, короче, он говорил. Удали видео, потом удали канал, говорит. Говорила я, помню, еще.
что он там говорил, что это самое. Типа, создай новый канал и заливай видео туда, а старый удали. Но это не смешно вообще-то. Не надо такой, не надо так шутить. А почему не засчиталось? Ну ладно, этот уровень нельзя пройти на зелененькую эту. Сюрприз ко дню рождения. Ага. Описание точь-в-точь как Вуди возвращается. Блин! А, вот эти стены из Hollow Neighbor, кстати, тоже. А вот эти, по-моему, нет. Эти тоже не помню. Вот, тоже не прямые углы. И здесь, смотрите, тоже такой немножко непрямой угол получается. Непрямые углы — это реально хорошая идея, когда соседа. Что-то пошла халтура какая-то. Ага, вот здесь. Поехали. Прячемся в шкаф. Невидимый. Туалет на кирпичах. Офигеть просто. Так, ну все, уровень закончен. Ну, я думаю, что мы сегодня только один мод снимем. На второе время уже, я думаю, нет, не хватит. Первый мод получился слишком долгим. О, какое грустное лицо. Ну-ка, сейчас заметил. Пикничок на балконе. Ну, кстати, насчет нового канала. Луиза этот... А, тут вообще ничего не изменилось. Луиза этот отчасти прав был. Вот что кнопки не сами поменяли. Есть. И здесь тоже ничего не изменилось. Отчасти правда в том, что я собираюсь создать новый канал. Ну, может быть... Когда наберем нужное количество подписчиков, да, приличное очень, создам новый канал, на котором буду заливать видео. Ну, также канал Максимадзе будет все такое, просто на новом канале. Почему надо побольше подписчиков? Для того, чтобы на него как можно быстрее сразу же перенеслись 1000 подписчиков минимум. Чтобы монетизацию подключить можно было. Как Леха говорит, что монетизации на моем канале нет, возможно, из-за того, что YouTube говорит, что мне якобы
чужой контент, но я его есть уже убрал, но все равно ему пофигу. Но Леха говорит, что это может быть из-за того, что я набирал подписчиков целых 6 лет, и YouTube уже не хочет продвигать мой канал. Ну, собственно, ну вот так вот. Поэтому придется как-то делать потом новый канал. Потому что, блин, ты с ним... Не нравится мне такое, короче, от YouTube. Ты снимаешь уже несколько лет ролики для YouTube, блин. YouTube говорит... Нету слов просто. Ладно, короче, тут тоже ничего не поменялось. Блин, как непривычно нажимать. Ну, знаете, как бы нам оценить мод? Приступаем к оценке мода. Вот первые уровни меня очень сильно впечатлили, а вот дальше пошла какая-то халтура. Поэтому плюс-минус. Собственно говоря, такой вот мод у нас сегодня был. Ссылочка на него будет под видео. И, собственно говоря... Всем большое спасибо за просмотр. Если у вас есть тоже моды на когда соседа, которые вы хотите показать, присылайте мне в группу ВКонтакте. В обсуждение можете скинуть специальное. Там мне легче всего их найти. Можете мне в личку написать. Всегда принимаю. А можете в комментариях под видео. Но, правда, там YouTube что-то часто удаляет комментарии с ссылками. Иногда и даже и без них. Странно, в общем, что-то. Ладно. С вас, все, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на стримерский канал. И на группу ВКонтакте вступайте тоже. Всем пока.